Ряд помещений и входные ступени Дворца культуры были отремонтированы в 2017 году. Теперь работы продолжаются. Ремонт затронул все остальные помещения и внутреннюю часть здания. Строители обновят внутреннюю отделку, осветительную систему, потолки и полы, поменяют окна и витражи. Внешняя отделка уже частично завершена. В настоящий момент основные работы ведутся внутри здания. Глава Армавира регулярно проводит на стройплощадке выездные совещания. Их цель – оказание необходимой помощи подрядчику и обеспечение качественного выполнения работ в срок. Зачем такие большие ниши под батареи? Ну, они как бы не были подавлены. Нет, ну это же 40 лет назад. Вот на высоту батареи, там, чтобы сверху было 10 сантиметров, чтобы воздух уходил, оставить, остальное нам зашить. В общей сложности на работы выделено порядка 35 миллионов рублей. В итоге здание полностью обновится, и это будет первый капитальный ремонт за 47-летнюю историю ГДК. Все работы планируют завершить к концу этого года. Марина Локтева, Евгений Холманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».